Привет, сегодня я получила посылочку из Америки. Это бижутерия. Итак, первое, что я хотела показать, это вот такие вот сережечки от фирмы AGC. Нет, это JJ, моя любимая фирма. Такие нестандартные, неординарные сережечки. Пара. Дальше я хотела показать такой вот замечательный кулон, просто отличнейший. Я просто балдею, он мне безумно нравится. Светик, спасибо тебе, что отыскал такую красоту. Он безумно-безумно мне нравится, это как янтарь. Янтарный кулончик. Вторая брошечка, вот такой вот котенок. Котенок, держащий мышку. Тоже от фирмы JJ. Следующая брошечка. Еще один котенок, ловящий рыбку. Эти брошечки символизируют мою сущность. То есть, как бы, когда я их одеваю, я покупаю их не только для того, чтобы носить, но и для того, чтобы, как бы, открывать новый внутренний мир. Следующая брошечка. Вот такой вот косточка с такими подвесочками. Здесь мисочка, щеточка, игрушечка и краник. Собачья косточка. Дальше я для своей подружки заказала вот такие вот часики. Они, к сожалению, не ходят, но в качестве брелка они подходят. И очень приятным сюрпризом был для меня от моей любимой Светусечки вот такая вот замечательная брошечка от фирмы Гэрис. Вот такие вот. Такая вот брошечка замечательная. Я просто в восторге. Спасибо тебе, Светочка. Ты мое солнышко. Я безумно рада, что ты у меня есть. И что у тебя приходит такая замечательная бижутерия. Спасибо тебе. Ну вот, на этом мои покупочки заканчиваются. Ждите новых видео. Пока-пока.